13 января 2023 года. И вот видите, мы в нашей летней кухне готовит у меня Жан-Люк, готовит креветки. Ой, опять он тут у меня поджигает креветки. Ой, кошмар! Я так боюсь. Гранд ресторан. Это у меня Жан-Люк готовит. Напиши ли бланды. Бланды. Les champignons. Он смеется. Это у нас так мы отмечаем сегодня старое Рождество. Нет, старый Новый год. Старое Рождество. Старый Новый год. Вот, в общем, смеемся. У нас сегодня такой день смеха. Видите, это так редко, он у меня, но готовит. Смеется. Он смеется. Ну и, конечно же, верный Райко тут у меня тоже, видите, в летней кухне. Что тут своими занимается, какими-то делами, шариками своими. Это у нас летняя кухня. Вот. Ну, что хочу сказать. Пойду-ка я в красивое место, потому что мы здесь, в общем-то... Ну что, у нас сегодня... Такой, знаете, как бы сказать, праздник небольшой. Ну, небольшой, чисто такой домашний, знаете. Видите, тоже зажгли наши все, как это сказать, фонарики, хотела сказать, гирлянды опять. То есть последний раз буду уже на следующей неделе все убирать. Ну и, конечно же, всех хочу поздравить с наступающим старым Новым годом. Ну, конечно же, пожелать всем здоровья, счастья, успехов, ну и всего самого-самого лучшего. Ну и, конечно же, мира, всем мира и добра. Всех вас люблю, целую и обнимаю. Ну, завтра что-нибудь вам и расскажу. Пока-пока.